знаешь, я понимаю, у него какое ярмо развалил Советский Союз. Вот я не знаю, почему у меня вопрос. Он сам знал, что делает? Он вел гласность, он, видимо, хотел перед странами мира, прежде всего, многие говорят, перед Западом, я думаю, что даже перед странами всего мира показать, что мы мирная страна, что мы готовы разоружаться, при нем же пошло сокращение ракет наступательных и так далее, да? Ну, то, что Союз развалился, я считаю плохо. Союз надо было СССР не разваливать, его надо было, ну, если сравнивать с самолетом или с автомобилем, модернизировать, убрать наносное лишнее к тому периоду, что мешало. Ну, мое вот мнение такое, да. Ну, попал он в историю, как человек, пытавшийся изменить страну, даже мир, может быть, в чем-то. Развалил СССР. Как, что же еще он мог сделать? Какие воспоминания останутся? Ну, не знаю, положительные все-таки. Так-никак, он все-таки был значимой фигурой достаточно, я считаю.